Что? Что, мой мальчик? Мусина, мой любимый. Куда ты опять ушел? Опять бросил меня? Буся, поматросил и бросил или что? А с этой стороны подойти. Иди ко мне, любимый мой мужчина. Улюблю его капец. Ай, Буся, только не наступай. О, божечки. Что это было, Буся? Что за хороводы? Буська. Опять послал меня. Буська. Может отсесть. Бусь, ну подойди ближе. Бусь. Послал меня, слышите? Мы учтем это. Хорошо, не буду трогать тебя за хвост. Ой, просыпаться, да? Скучно. Тебе что, окно никто не открыл или что? Чё ты сюда пришел? Хочешь, чтобы окно открыли? Ну, дверь тебе не открою, Буська. Бусь, ты меня слышишь? Ну, если пришел, уже слушай, я не знаю. Ты же хотел, чтобы я с тобой пообщалась. Внимание моего. Ты же хотел. Чё такой обиженный? Животному не хватает любви и ласки. Да, что-то я перестала ему уделять такое внимание. А, короче, Буся, я поняла, почему он пришел. Надо ему горшок пойти поменять. Потому что Буся мужчина такой в грязный сходит. А вот эта вот женщина, нет, она напудит в другом месте, но в чистом. Боже, что кились, смотрите, какая она жирненькая. Ой, мне с одной стороны нравится ее тискать, а с другой стороны надо ей как-то жучек ее прикрыть, чтобы она, в общем, не толстела. О, уже занервничал мужчина. Да, вот видите, какой мужчина. Вот как понять таких мужиков? Еще изменять пошел же. Нагнала его женщина. Семейные разборки вы видите? Угу. Иди ко мне, Буся. Я тебя затискаю. Мужчине не угодили. Бабье в семейное не угодило мужику, и он куда-то свалил. А куда он ушел? Боже, Буся! Ой, это ужас какой-то! Вы поняли, это кошка моя перевернутая? А я сначала не могла поверить, кто ее так втоптал. Вот серьезно, я думала, что это может муж лежал в кровати, и друг пришел и сел на эту игрушку, чтобы не стоять. Это Буся ее в лепешку превратил. И Буся пошел к другой женщине. Мы довели мужика. Келис, ты видишь, что мы с мужиком сделали? Келюська. Келюсь. Келюсь. Келюся. В общем, Келюся по барабану. Ой, это дурдом какой-то. Бедный мужчина. Ну что, Буська? Да, у тебя такие две женщины. Теперь я знаю, с кем Буська Келюськи изменяет. Надо же, втоптала так вообще. Была такая жирная игрушка и втоптала ее. Такой жирный кот, это кошка, наверное. Хотя Буся в Америке. Чем черт не шутит? Любил женщину, полюбил мужчину. Все может быть. Обиделся Келис. Ты поняла?
вообще. У меня здесь игрушка стоит, потому что я подпираю двери, чтобы они не закрывались. Я это делаю для того, что если мы куда-нибудь уедем, уйдем, чтобы это выработать привычку, чтобы у котов был доступ, потому что они могут играться, где-то закрыться и остаться без воды. То есть это очень такой огромный риск, поэтому я стараюсь вот так подпирать двери практически в каждой комнате. Ну, мы только их как бы освобождаем двери или закрыть, чтобы там кого-то не впускать, потому что кто-то бегает и мешает спать. Даже такое бывает. Вот